Сериалу «Фурцева». История посвящена Екатерине Фурцевой. Единственная женщина, достигшая в СССР вершин власти. Ее жизнь была богата на события. Пройденный путь от провинциальной девчонки до хозяйки Москвы, члена правительства, министра культуры, извилист, непредсказуем и драматичен, а ее смерть столь загадочна, что подлинная биография сегодня уже неотделима от слухов, домыслов и легенд.